In the short term, we've got to do everything. В краткосрочной перспективе мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы предоставить Украине необходимую поддержку для защиты населения от атак дронов. Украина до сегодняшнего дня проделала хорошую работу, учитывая все обстоятельства по предотвращению использования россиянами своей авиации на ее территории. Это создало определенный уровень безопасности для людей, желающих вернуться в Украину после того, как они были вынуждены бежать из страны в начале войны. Теперь после этих же атак с использованием дронов, мы должны определить наилучший способ оказания помощи Украине. Я уже несколько раз обсуждал эту проблему с нашими военными. Передача истребителей F-16 Украине – одна из идей, которые сегодня обсуждаются. Украинские пилоты – одни из лучших в мире. Их можно обучить за относительно короткий срок. Мы надеемся, что Путин придет в себя в ближайшее время. Но если эта война продлится еще год или даже дольше, США должны будут делать еще больше, чтобы помогать Украине.